Госдепу нужен специалист по противодействию экспансии наркокартелей. Это не моя сфера. ФБР! Хочешь войти в группу? Мы возьмем тех, кто сегодня все это устроил. Мы возьмем тех, кто это заказал. Бывало в Хуаресе. Мы разве не в Эль-Пасо едем? Ты не американец. Нет. На кого ты сейчас работаешь? На тех, кто платит. Каждый день по ту сторону границы он приговаривает людей к смерти. Найти его все равно, что открыть вакцину. Твои американские мозги будут кипеть. Но в итоге ты все поймешь. Нас спасут слева. Подозрительная машина на 9 часов. Пистолет достань. Тихо! Хуарес – результат того, что им дали пустить корни! С этими людьми надо осторожно. Все операции ЦРУ здесь неофициальные. Я хочу понять, во что ввязываюсь. Ты здесь не выживешь. Я была приманкой. Стоять! Не надо было тебе это видеть. Он работает на конкурентов. Обеспечивая нам управляемый хаос. Я всем расскажу, что вы сделали. Это будет большой ошибкой.